Микроводоросли используются для очистки отходов свиноводства. Проект называется «Пуральга» и проводится фондом «Кахамар» совместно с Университетом Альмерии. Переработка жидкого навоза имеет особое значение для экологии из-за высокого содержания фосфора и азота в этих отходах. Las microalgas son microorganismos que, igual que las plantas, cogen nitrógeno, que es una de las principales componentes de los purines de cerdo, y lo utilizan para sintetizar biomasa y proteína. Проблема превращается таким образом в решение, так как на выходе можно получить biofertilizantes, también podemos tener pienso para animales, también por actuación de un proceso podemos tener biogás o biodiesel. Такое производство позволило бы окупить процесс очистки. Жидкий навоз является очень токсичным веществом. Producen emanaciones de amoníaco que literalmente pues que destruyen áreas vecinas y que en fin que son muy agresivos para el suelo e impiden y que no se pueden depurar con las depuradoras tradicionales. Но с помощью водорослей reducimos bastante la contaminación de los purines. De tal manera que podamos utilizarlo luego en la agricultura. Испанские свиноводческие хозяйства располагают 25 миллионами голов скота. Фермы имеют ограниченную территорию и не располагают надлежащими очистными системами. Андалусия – один из регионов Испании с наибольшим количеством свиноводческих хозяйств.